Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на канале ЗАПТВ. Спонсоры показа – магазины «Интимиссими» и «Кальцедония». В среду в столице края будет облачно с прояснениями, северо-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до минус 21 градуса, днем нас ожидает минус 2. На сегодня это все, это была погода на ЗАП-ТВ. Увидимся завтра.